Всем привет! Это новый ролик. Продолжаем наше путешествие на Улан-Удэ в Республику Бурятия. Подъезжаю к городу Канск. Прошел с места загрузки с Магнитогорска 2000. Солнце слепило, ничего не вижу. 2911 километров, по-моему. Что-то много, что ли? 2900, да, 2900 прошел. Короче, сейчас в Канске ночуем. Как раз объездную Канска пройду и встану на ночлег, дай бог, на кольце, на стоянке место будет. И с утра уже выдвинемся, дойдем до Иркутска. Там переночуем. Ну да, наверное, так и будет. Дойду до Иркутска. А может быть и нет. Может быть и Култук пройду. Просто в чем дело? Я хочу Култук пройти, пока светло. Если я завтра ночью выдвинусь пораньше, ну в смысле рано утром выдвинусь и без пробок, то может быть засветло даже проскочу Култук, чтобы его заснять и вам показать. Байкал заснять. Конечно, вы уже не один раз и видели, но все же хочется заснять, посмотреть. Так что завтра должно быть интересно. Ну а мы двигаемся в сторону Канска. Всем доброе утро. Выдвигаюсь со стоянки, город Канск. Время 7 утра. Прям выспался хорошо. Вчера вечером прошел объездную. Объездная, ну как обычно, не меняется. В ужасном состоянии. Так, нам прямо на мост, туда наверх. Знаю, в ужасном состоянии. Короче, уже все почти через город ездят. Надо было тоже ехать через город. И пошел через объездную. Она еще после дождей мокрая вся. Все жесть. Ладно, едем. Следующий город у нас Иркутск. Ночевать уже, наверное, будем за Култуком. Надеюсь, Култук пройти засветло, чтобы снять его. Постараюсь. Вот. Но по времени, как бы к вечеру, конечно, я приеду. Хотелось бы засветло успеть. Капец, машина грязная. Конечно, всю дорогу дождь. Канская объездная тоже поднавалила грязи. Левый обход. Заехал на стоянку у Петра в Алзамай. В магазин сходил, водички взял 5-литровку. Нормально вроде как. Блин, я как в ралли участвовал где-то. Капец, грязище. Ладно, будем потихоньку выдвигаться. Да, Нижнеудинская сотка, чуть меньше. Буду там заправляться. Как бы мне и хватит и до Слюдянки. Посмотрим, если будет очередь, то заправим. Ой, не будет. Ну, короче, вы поняли, очереди не будет. Будем заправляться. Вот. Стоянка у Петра. Они с двух сторон, кстати, две стоянки. Там Паллада, тут у Петра. Если я правильно назвал. Правильно. Вот, стоянки бесплатные, кстати. Вот эти вот места, это бесплатные. То есть за ночь ты здесь не платишь. Гостиница, душ, тут баня, ну сауна вот здесь есть. На той стоянке не знаю. Они прям друг напротив друга. Это Алзамай, короче. Населенный пункт. Вот. Здесь сало. Прям сейчас зашел в магазин. Прям салом так пахнет. Прям свежее, видно, это привезли. Видимо, кто-то местный здесь коптит. Короче, обалденно. И Роснефть, огромная очередь.
Ладно, ладно. Поехали дальше работать. Водички вот купил. 5-литровку Байкала. Волна Байкала. Ну чё? Начинаются более-менее красивые пейзажи. Поснимаю маленько, вставлю под музыку. Посмотрите, насладитесь дорогой. Потому что больше тут снимать особо-то и нечего. Дорога, красивые места. Обалденные пейзажи. Видите, орлы какие-то летают. Ух, как красиво. Нравится мне ездить в эту сторону. Едешь, едешь, едешь и едешь себе. Населенный пункт Тельма. Здесь обалденная церковь. Если бы чуть попозже бы ехали, она бы еще подсвечивалась. Там вообще отпад. Видно? Очень красиво здесь. Подъезжаю уже к подножию Байкала. Встану сейчас на стоянку в Ангарске, если получится налево повернуть, не помню там насчет сплошных, по-моему, нет. Вот, значит, встаю на стоянку и рано утром выезжаю уже на Байкал. Сейчас темнеет, просто хотел снять целиком от и до Култук, ну и отдельным видео потом скинуть, музыку наложить. Вот, ну, посмотрю, там ускорю, чтобы вот так вот было, видно было. Вот. Для этого, ну, нужно светлое время суток. Уже темнеет. Так что сейчас будем вставать отдыхать. Время уже 9, по-моему, доходит, да. По времени мы успеваем. Выгрузка аж 8. Сегодня 6. То есть завтра мне весь день ехать. 8 утром. И как раз это прям в елочку. Я приеду к вечеру. Ну как к вечеру, я днем даже приеду. Вот. Просто если не торопясь, чтобы в пробки не попасть в Улан-Удэ, у меня выгрузка аж там через весь город, короче, опять ехать. Посмотрим, может, вокруг объедем. Это мы решим завтра. Да, все нормально, можно разделительное. А завтра пораньше выскочим сюда. И проблем не будет. Тут так-то оживленная дорога, налево выскакивать тяжеловастенько будет, но это все ерунда. Ну что, друзья, вот мы и подобрались к самому интересному участку нашего путешествия. Перед нами перевал Култук. За перевалом нас ожидает озеро Байкал, Позы, Бухлер, все то, о чем я мечтал все эти дни. Прямо сейчас за поворотом уже начинается подъем. Их будет очень много. И 14%, и 12%, и 7% различные. Ну а как пройдем Байкал, откроется... Ой, Байкал, Култук. Откроется шикарный вид на озеро Байкал. Ну что, хорошей нам дороги. Погнали. 7% подъем. Чистые ключи заканчиваются. Газ по лаз. Переведем трансмиссию в стандартный режим, чтобы коробка
затягивало передачи, ну и побыстрее их на пониженную скидывало. Камера на 60 стоит. Так что сильно ты машину-то и не отпустишь. Впереди камера на 60. Вон она висит. 78. 77. Прохожу на автомате. Зимой прохожу на механике, чтобы машина в подъем не переключалась. Как бы сейчас нормально. И тем более, да, я говорил, может... Я легкий, ну как легкий, там 10-11 тонн, так что в порядке все, проходим налегке. Намного легче мне, конечно, чем с 20-кой. А с 20-кой посложнее проходить, намного сложнее в подъем идти. Да и вниз. Самое страшное на култуке не вниз, не вверх, не в подъем сесть, а вниз. Вот тут да. Да не только на култуке, везде, особенно как бы зимой. Страшно вниз, а не вверх. Лёха, слышал? Нет, не слышал, повтори, пожалуйста. У тебя на спуске там этот машинка на аварийке чуть ли не до полной остановки встала. Как раз на твоей полосе, поаккуратнее. Принял, спасибо, у вас все чисто было. Рация незаменимая вещь вообще в дальнем бое. У меня маленько настройки, ну с этой антенной маленько рация не дружит, и она принимает. Меня слышно хорошо далеко, а я... далеко не слышу. Заезжал к ребятам, они говорят, там что-то перепаивать надо. Видите, как хорошо подсказали, что у меня в полосе машинка до полной остановки. Так что предельно внимательно. Сейчас спуск идет 9 километров. Ну, то есть прям до Байкала. Вот до Байкала осталось буквально вообще чуть-чуть. Ну что, ребята, добрались. Сейчас откроется вид на Байкал. Смотрите, горы еще в снегу. А родной. Полудурок. Ай, хорош. Я когда первый раз попал на Байкал, на вот этом же месте, я прям... Да ну, ничего себе. Прям, ну столько эмоций было. Ну реально красивое место. Сейчас будем такой спуск проходить. Камера-то хоть пишет? Пишет, наверное. Байкал. Очень огромное, очень глубокое. Просто капец. Я не знаю, километров 500, наверное, оно в длину. Байкал уже такой вытянутый. Мы сейчас на УД пойдем, километров 250 примерно будем вдоль Байкала ехать. Вот туда мы пойдем, в те горы. И где-то даже не доезжая середины будем правее уходить на УД. Посмотрите, какой вид. Космос вообще. Не зря я сегодня переночевал и поехал засветло. А ча-ча просто. Да, внизу идет. Так, он тоже 16, да? Нам нужно
Сейчас, ну-ка, придержим, чтобы он прошел нормально. Потому что тут очень узко. Потом мы пройдем. Кто-то мне летит сзади. Все, теперь мы пройдем. Потому что мне больше радиуса надо брать, чтобы колеса задние по асфальту шли. Ну, они у меня уже не нормально. Вот это вид! Ой, как красиво! Кстати, смотрите, ну кто в теме тут знает, что Scania нас тут оценивает, наше вождение. Култук прошел, горы 91, предвидение 100. Но, конечно, соглашусь, что пустой, пустому проще. Вот, ну а так неплохо, неплохо. И раннее утро, машин мало. То есть я специально пораньше поехал. Ну вот уже 8, где-то я в 6 выдвинулся со стоянки в Ангарске. Вот время 8 доходит. Вот, кстати, заправка. Тут вот стоянка. Постоянно здесь ночую. Так, тетеньки. Что, не страшно, нисколько? Неохота в грязь, да, идти? Ну что, сейчас дорога пойдет вдоль Байкала. До места мне 360 километров. Будут не менее красивые кадры, должны получиться. С левой стороны у нас будет Байкал. Местами прям обзор будет открываться. Ну, не знаю, конечно, как на такой ракурс. Но, надеюсь, будет нормально. Пройдем сейчас тоже участок с такими вот крутыми поворотами, подъемами, спусками. И далее уже пойдет более-менее ровная дорога. Ну и Улан-Удэ. Впереди позы. Обязательно заедем в багульник, покушаем позы. И будем двигаться уже на выгрузку в город. Я думаю, по городу тоже интересный будет момент.
такое место, капец. Там поворот, оттуда все летят просто. Позу взял и салатик. Приятного аппетита. Заехал в город, но я заехал не там, где раньше заезжал. Там, во-первых, по времени заезд. Не помню во сколько, ну, типа вечером. Ну, мост запрещен проезд, по-моему. Могу ошибаться. Так вот объехал город с Мухоршибирского тракта, по-моему. И... зашел. Ну, сейчас иду по Навителлу. В принципе, можно было, как бы, конечно, и через город, но там сейчас пробки, так что на стрелка, по-моему, только налево, да, уходит? Или там отдельный будет? Нет, тут только налево стрелка. Продолжайте движение 3 километра 500 метров. Или нет? Или они сейчас все вместе поедут? Я думаю, проблем не будет сейчас заехать. Просто там, где, ну, первый въезд в город, наверное, основной, там как раз по центру придется ехать, и там пробка, там что-то прям жесть. И там вот как крутиться, где я в прошлый раз не стал лезть под мостом, на обратном пути я пролез нормально все, ну, там вот столько вот. Сейчас не поехал. Ну, там потому что пробка. Попробую с этой стороны пройти. А, ну да, тут и направо, и налево, и прямо. Можно будет уйти. Но знаков запрещающих нет, так что едем. А, нормально, можно выйти. Так, а там что за мост? А, мне под него не надо, мне направо уходить. Направо. Поверните направо. Что-то херня какая-то. Продолжайте движение 4 километра. Я туда не поверну, блин, что за херня? Ты как я туда поверну? Блять, а тут я пройду? Не
залезу. Пиздец. Надо было туда направо, вниз, походу, уходить. Да, он туда, потом. По двум навигаторам еду, хрен его знает, как ехать. Ну, сейчас Яндекс меня что-то вот так вот раскрутить хочет. Там где-то проехать. Пройду я там под мостом. Надеюсь, пройду. Там ограждение. Ну, если, ну, запрещающего вроде нет знака. Возьмите правее на развязку. Вы видели, ну там куда поворачивать? Там на 13-метровый-то не повернуть. Вот тебе навигатор Навител для грузовых. Сейчас пиздец будет, если я там под мостом не пройду. Да не, большой пройду. Второй раз уже заблудился в Улан-Удэ. Третий раз в городе. Первый раз нормально съездил, но там недалеко от въезда. Второй раз заблудился. Так, Подкаменская, типа направо, потом на тот мост пройдем. Ну и лишь бы направо там повернуть. Тоже поди хер. Верните направо. Сюда вроде лучше. Продолжайте движение. 4 километра 700 метров. Сейчас туда раз и на мост нельзя. Не, ну хотя два навигатора туда ведут, и грузовой тоже. Грузовой же не будет врать, надеюсь. Че, еще пару раз ездим, будем закрытыми глазами ездить, балды. Блин, парни, батарейка села на камере, сейчас вот на телефон снимаю. Ну, короче, вроде как вырулил, там крутился, развернулся, короче. Развязка была, развернулся и на мост поднялся, вот где мне навигатор предлагал направо уйти, где я не стал поворачивать. На вот этот мост, который наверху был, под него, на него я ушел сверху. И все, и прямо вот выехал. Ну, вроде как бы еду. Ничего запрещающего нет, вроде все нормально. Камера, блин, села прям в самый такой эпичный момент. Ну ладно, буду в навигатор смотреть. Отключусь. Я думаю, сейчас доберусь без проблем. Блин, какую-то жопу попал. Тут грузовым запрещено, говорит, объезд. А, вот по вот этой улице, походу, объезд. Туда, вот, походу, мне ехать. Наверное. Мосты тоже. Ну там низкий, как бы, знак висит 4,5. Как бы я прошел без проблем. Что-то все объезд, объезд. Ну, типа такой объезд, вот как гаражи, короче. Я вообще в ахуе, если честно, блядь. Вот извиняюсь за мат.
Фу, вот цирк. Почему, когда мне надо ехать туда, там дорогу перекроют нафиг? И, кстати, это я везу не абы куда, а, ну, там, комбинат вроде как большой, что ли, не знаю. Я не удивлюсь, тут какой-то такая жопа будет, и я назад попячусь. Ну, маршрутки он даже ездит, видать, реально какой-то объезд. Надо было там поверху как бы ехать, нормальная дорога. Ну, вот навигатор ведет сюда. Ну, не навигатор, это объезд сюда показывает. Навигатор тоже сюда сейчас на маршрут меня перестроил. Он меня отсюда пытался увезти. Раз я уже в ногу и сюда суюсь, он меня ведет тут. Ладно, осталось-то вроде тут километра полтора. Надеюсь, еду правильно. Что еще? Так, ну что, вот и закончили этот рейс. Все, стою на выгрузке. Так, машину обхожу, потому что дорога порой непредсказуемая была, не то что непредсказуемая. Ну слушай, что-то как будто у меня такое ощущение, что ее выедает. Как-то, блин, или я гоню. Просто есть такое впечатление, что как будто ее потряхивает чуть-чуть машину. Но она везде такая вся. Как будто есть что-то. Как будто, знаете, колесо восьмерка. Ладно, не будем лазить под прицепом во время выгрузки. Ну, все. Короче, прибыл на место, все хорошо. Ветер дует. Сейчас в машину сядем. Нас закрывал. Все хорошо, все нормально, добрался. Сквозь ремонты, сквозь объезды, сквозь центр города, но добрался. Так что всем спасибо за просмотр. На этом ролик будем заканчивать. Спасибо, что провели время на моем канале. Сейчас я свое лицо свое покажу. Вот. Всем спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Кто поставил лайк, огромное спасибо. Вот. Так что заявка, кстати, загрузка уже есть. Пока не буду говорить куда, все увидите в следующем ролике. Вот такой вот получился рейс. Дожди, дорога, дожди, дорога, позы, выгрузка. Короче, как-то так. Ну ладно, всем спасибо за просмотр еще раз. Всем пока, всем здоровья, всем удачи, всем добра.